Доброе утро, Букертов. Я подобрал для вас слова по теме «семейное положение» на иврите. И это будут слова, которые мы встречаем как в официальных документах, так и, например, в анкетах или в рассказе о себе. Спонсор этого урока – Ирина К. Большое спасибо Ирине за поддержку нашего проекта «Изучение иврита в интернете». И сегодня мы будем сравнивать слова по теме «Семейное положение» с однокоренными глаголами или другими частями речи, чтобы нам легче было запомнить данные слова, связать их с однокоренными словами, потому что в иврите важно запоминать не просто слово, а корень. Так мы систематизируем свои познания. Я беру первое, вернее, название сначала. Семейное положение на иврите – это «мацав мишпахти». «Мацав» – это положение или ситуация, и «мишпахти» – семейный. Слово «мацав» – мужского рода, поэтому прилагательное тоже в форме мужского рода. «Мацав мишпахти» – семейное положение. «Насуй» – женат, то есть находится в браке у мужчины. «Насуй» – обратим внимание – здесь буква «шин» в этом корне передает звук «с». И женщина замужняя, замужем, состоит в браке «несуа». Буква «алев» здесь – это буква корня. В слове «насуй» она выпала, тем не менее, там буква корня «алев» – «несуа». И слова «насуй», «несуа» происходят, сравним с однокоренным глаголом носе. Носе – это несет на себе. И тот, кто женат, или та, кто замужем, тот, кто в браке, как бы несут на себе ответственность за семью. Такая идея. Насуй – несущий, как бы в плане иврита так это воспринимается. И несуа – несущая, несущая на себе бремя ответственности за семью. Холост – не был в браке. Равак на иврите. Обратим внимание, что когда буква ВАВ у нас в середине слова передает звук В, принято писать в современном языке две буквы ВАВ. Если вдруг я напишу одну букву ВАВ, то это слово, скорее всего, будет прочитано как РОК, а не РАВАК. РОК – это слюна. А РАВАК с двумя буквами ВАВ – это холостой, ни разу еще не бывший в браке. В форме женского рода, не была замужем, ревака. И сравним со словом рейк. Однокоренное слово рейк – это пустой. То есть пустой, как бы у которого еще нет бремени семьи своей. Пустой, нет как бы нагрузки в плане семьи. Слово альман – вдовец. И вдова – альмана. Трудно сказать, от какого ивритского корня происходит это слово. Вполне возможно, что это слово заимствовано из другого языка. И то, что я сейчас скажу, это чисто ассоциативная связь. В иврите слово «илем» – это «немой». И «алман», то есть человек, потерявший жену, вдовец, он может быть склонен к молчанию, задумчивый, молчаливый. И может быть есть какая-то связь, но очень спорная. Я еще раз подчеркиваю, ассоциативная связь, чтобы нам легче было запомнить это слово. Альман, альмана. Гаруш – это разведен. Разведена, груша. И это слово происходит от глагол в настоящем времени «мегареш», «мегареш» – «изгоняет», «мегураш», «мегураш» – «изгоняемый». И слово «гаруш» – как бы «изгнанный», «груша» – «изгнанная». То есть когда-то женщина, с которой муж хотел развестись в современном понимании, он ее просто изгонял из дома. И вот груша, дословно, это изгнанная, так получается. Эти же слова, гаруш и груша, в современном разговорном иврите могут означать гаруш – бывший муж, и груша – бывшая жена. Например, женщина говорит, а гаруш шели, подразумевается, мой бывший муж. Его бывшая жена, например, а груша шело, или одним словом может быть сказано, груша то. Но я подчеркиваю, что это в современном разговорном языке неформальном.
Пануй – это некий статус такой, свободен для вступления в брак или для романтических отношений. То есть на данный момент у него нет никаких обязательств перед кем-то. Пануй – это слово может встретиться в анкете, где люди ищут для знакомства партнера или партнершу. Пнуя, соответственно, извините. Пнуя, когда речь идет о женщине, свободна для вступления в брак или для романтических отношений. Сравним с однокоренным глаголом мефане. Мефане – это освобождает или убирает лишнее. Освобождает, например, уносит все лишнее, да, как бы мефане. И пануй свободен. При этом пануй, слово свободен, это не только для романтических отношений. Это, например, я могу о себе сказать: они ахшав пануй, то есть я свободен для выполнения какой-то работы, например. Слово паруд может встретиться где-нибудь в анкетах или в рассказе о себе. Паруд – это мужчина в стадии развода с женой. То есть он еще формально не развелся, но в стадии развода находится. Соответственно, женщина в стадии развода с мужем пруда. Она уже не живет с мужем, не имеет с ним семейных отношений. Пруда в стадии развода. И сравним с однокоренным глаголом мафрид. Мафрид разделяет. Есть понятие едуим бацибур. И это пара, которая прилюдно ведет семейную жизнь, но не находится в браке формально. И едуим бацибур, дословно как известный в обществе. Сравним с однокоренным глаголом юдеа. Юдеа – это знает, а едуа – это известный. И о мужчине, если будет сказано ядуа бацибур, то это, соответственно, мужчина, который прилюдно ведет семейную жизнь, но не находится в браке формально с женщиной. И едуа бацибур – это, соответственно, женщина, которая ведет с мужчиной семейную жизнь, но в формальном браке не находится. И это все прилюдно, то есть все, или во всяком случае, кто-то из окружающих это знает. Слово агуна – специфическая вещь, которая только в иудаизме может встретиться. Агуна – это женщина, которой муж отказывается дать разводное письмо, то есть гет. Гет на иврите – это разводное письмо, и женщина не в состоянии организовать семейную жизнь, она не может выйти замуж, пока муж ее от этого брака не освободил. Так, по традиции иудаизма, это может быть огромной проблемой. Слово «агуна» сравним с глаголом «оген», и «оген» – это бросает якорь или становится на якорь, когда речь идет о корабле. То есть агуна – это стоящая на якоре, и не может, которая не, ну, как бы образно здесь, как корабль, который стоит на якоре, он не может сдвинуться с места, так и женщина агуна, она как бы остается формально замужем и не может организовать свою семейную жизнь. Большая проблема может быть для этой женщины. Месорав гет – это мужчина, который отказывается дать жене разводное письмо. То есть вот гет – разводное письмо. Месорав гет. Сравним с глаголом отказывает. Месарев. И месарев может быть как отказывается. То есть месорав гет – как отказывающийся дать разводное письмо. В Израиле сейчас не имеет отношения к ивриту. В Израиле таких людей, которые отказываются дать жене разводное письмо, подвергают в том числе и уголовным преследованиям, отправляют в тюрьму на несколько дней, то есть таким образом воздействуют, чтобы заставить таких мужей освободить женщину от брачного союза. Меорас – это помолвлен, и в форме женского рода меоресет,
То есть это еще когда формально не вступил в брак, но уже находится в статусе там, жениха, если меурас, или невесты кала, это невеста меорес, это когда предварительно уже все договорено. Сравним с глаголом митарес. Митарес это обручается, становится женихом. Митарес. Если речь идет о женщине, то да, будет сказано митаресет. Я очень надеюсь, что это было несложно и интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Литраут. До свидания.